Внимание и забота необходимы старшему поколению как со стороны государства, так и со стороны обыкновенных граждан. Очень важно с малого возраста научить детей уважать дедушек и бабушек, гордиться ими. Уважение к старшим формируется в ребенке годами, поэтому не существует волшебной палочки, способной вызвать в малыше положительное отношение к пожилым людям за пару минут или часов. Это кропотливая, каждодневная работа педагогов и родителей, если мы хотим вырастить личность, которой не чужды такие качества, как любовь, милосердие, забота, отзывчивость по отношению к старикам. В рамках реализации совместного плана работы с Жатикоринским районным филиалом Республиканского общественного объединения «Организация ветеранов» 15 марта был проведен ретро-вечер «Танцпол собирает друзей». Нашим дорогим гостям была предложена развлекательная программа, в которую вошли песни, игры и, конечно, танцевальные композиции. На встрече царила необыкновенная атмосфера, которую трудно передать словами. Проявление уважения людей старшего поколения является показателем духовности и высокой культуры общества. Пускай почетный возраст ваш вам не мешает совершенно. Отбросьте долгих лет багаж и наслаждайтесь жизнью ценной. Здоровы будьте, сил полны, свои мечты осуществляйте. Вы быть счастливыми должны, так что от радости сияйте. Оставаться всегда в форме и позиции не сдавать, и назло годам серьезным жить, любить и процветать. Возраст только на бумаге, но главнее всего душа. Оставайтесь молодыми, не болейте никогда.